Подготовка школ к новому учебному году выходит на финишную прямую. Более чем в 60 учебных заведениях Подмосковья ведется капитальный ремонт помещений. По результатам работ уже сейчас можно сделать выводы и учесть ошибки, которых следует избегать в будущем году, резюмировал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Мы столкнулись с тем, что по ряду объектов, после того, когда вскрыли штукатурку, значит, убрали какие-то элементы, увидели, что фундамент треснул, сваи просели и так далее. Вот все это надо все выявить на раннем этапе. То есть подготовительные работы в этом году мы начинаем заранее. На какой стадии находятся ремонтные работы сейчас, главы муниципалитетов, директора школы и подрядчики отчитались в ходе прямого включения с вице-губернатором и министром образования Подмосковья. В Одинцовском округе капитальный ремонт проходит во Введенской школе в Звенигороде. Работы выполнены уже на 70%. Несмотря на возникшие сложности, к 1 сентября двери для школьников здесь будут открыты. Действительно, проблемный подрядчик, нам пришлось и давать займ подрядчику, и дополнительно привлечь 4 субподрядчиков, которые, по сути, за свои денежные средства и сейчас выполняют ремонтные работы. Все строительные материалы уже находятся на объекте. Работы ведутся в 3 смены. Осталось заменить входную группу и провести внутренние отделочные работы. Добавили благоустройство прилегающей школьной территории. Уже построена парковка для родителей, которые смогут безопасно подвозить детей и перемещать их в школу. И первый этап мы в этом году сделаем благоустройство территории, как я уже сказал, вокруг школы. Вторым этапом уже в следующем году проведут строительство нового стадиона с воркаутами и зонами для отдыха младшеклассников. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».